Молодые специалисты СОЭ «Кузбасс» готовятся стать необычными школьниками, хоть у каждого за спиной высшее образование и трудовой стаж. В юбилейном масштабном образовательном проекте «Горная школа» компанию СОЭ «Кузбасс» представят две команды по 10 человек – «Лига выдающихся горняков» и «Обратный космос». Это ребята с производственных единиц УПИР, шахта Елевского, шахта управления Талдинская Западная, наш завод Сибдамель, шахта управления Комсомолец и так далее. Основными соперниками мы считаем наших коллег СОЭ «Кузбасса», потому что от «Кузбасса» представлены две команды, но здесь соперничество, наверное, больше в кавычках. Поддерживаем друг друга, и несмотря на то, что находимся в разных командах, мы с одной компанией, с «Кузбасса», поэтому всегда помогаем своим товарищам. Традиционно команды СОЭ «Кузбасса» всегда занимают лидирующие позиции на горной школе, поэтому мы стремимся не подвести СОЭ «Кузбасс», не подвести компанию и надеемся только на первые места. Ребята делают для этого все, что от них требуется, и даже немного больше. 5 дней форума. У участников практически не будет свободного времени, лекции, решение различных инженерных задач, личностное развитие, тренинги, спортивные, творческие состязания. За это время школьники не только смогут показать все свои способности, но и наберутся бесценного опыта горной школы. Данный форум подразумевает, во-первых, это решение инженерных кейсов, это творческий конкурс будет КВН, это интеллектуальные конкурсы, как что, где, когда, и, конечно же, ГТО. Как и в любой школе, здесь тоже есть домашнее задание. Как раз сейчас команды СОЭ «Кузбасс» готовятся к видеопрезентации. В настоящий момент мы провели практически все организационные мероприятия, связанные с распределением команд по направлениям. В настоящий момент готовим видеопрезентацию, ролик, готовим творческие конкурсы. Также готовимся к основной позиции данного мероприятия, это к инженерным кейсам. Основной темой юбилейного форума станет безопасность на производстве и в жизни, охрана труда и промышленная безопасность. Здорово, безусловно, что есть такая площадка, где можно реализовываться. Безусловно, что именно на этой площадке можно показывать именно в узкой тематике. Безопасность – это очень важная история в компании, тем более добывающей угольной профессии. Команда очень дружная, классная, каждый отвечает за свою область, все идет супер, налегке, каждый отвечает за свою позицию. Готовимся к классному мероприятию, одному из лучших в компании, это горная школа, где можно проявить себя, можно показать, что ты умеешь, что-то принести компании. Команда-победитель получит переходящий флаг горной школы, который сможет сохранить до следующего форума. Наши угольщики не только стремятся победить, но и прокачать себя и свои знания по максимуму. Анна Ашуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.